Будем считать, день удался. Ты был прав, Ганке. Подполье повсюду. Так оно теперь надполье? Работай дальше. Оно под напряжением. Неприятно. Судя по данным с костюма, там было 300 килоджоулей. И это просто ау? Преимущество биоэлектричества. Должен быть внешний источник питания. А призраки тут живут? Он нас выследил! Обратно держи! Опустошить этот генератор. Так, я его опустошил. Отлично. Теперь остальные. Видишь источник питания? Несколько. Явно надо идти по кабелям. Барьер под электричеством. Это серьезно. Похоже, после башни Фиска они слегка занервничали. И кто бы это был? Справимся, если бы... Так, потихонечку.
Я что-то видела. Они такие милые, когда спят. Никаких генераторов. Должен быть еще один. Ток в барьере пропал. Можно его разбивать. Это был проход в главный зал. Упс. Может, есть лестница? Или лифт? Эй, механизм? Я вот думаю, а может сказать Фине, что ты Человек-паук? Эй, Фина, я не только соврал насчет вступления в твой клуб, но и тот, кто хочет тебе помешать. Ну, можно и как-то поделикатнее. Ага, большая бронированная шахта. Мой игровой комп до такого явно не дотянет. Из контейнера во все стороны тянутся кабели. Интересно. Изобретение Рика. Кригер не знает, как получить еще, но форма. Фина в нем разбирается. Она поняла, как работает его реактивность. Один есть. Нужно включить остальные. Почему я должен признаваться Фине, что я Человек-паук? Ты не думаешь, что ей это не понравится? Посчитаем плюсы и минусы. Плюс. Она твой лучший друг. После меня. Минус. Она умелец. Плюс. Лучше поговорить прямо, чем действовать у нее за спиной. Минус. Другой Человек-паук ясно сказал. Никому не говорить, кто я такой. Ты сказал мне? Может, если бы она знала, что борется с тобой, то ей бы перехотелось быть умельцем? Может, ты прав.
Гипсокартон крошится. Уже два. Надеюсь, это хорошая идея. Пина разрабатывает новое оружие против меня. Похоже, она послала подпольщиков шпионить. Никого нет. Можно осмотреться. Кабели — это интересно. Посмотрю, куда ведут. Шик! Доступ к генератору открыт. Генераторы, я врублю оборудование Пина. Похоже, Пина делает новую маску. Щит? А, стоит мне разобраться с одним оружием подполья, она изобретает что-то новенькое.